выставляется от имени автора проекта. Сегодня состоялось очередное заседание Магаданской городской думы 7-го созыва. На повестке стояло 16 вопросов, один из них касался городского бюджета. В итоге было решено добавить в областной бюджет более 200 миллионов рублей. Кроме этого, также рассмотрели важный вопрос об изменениях в генеральный план. Это большой документ, подготовленный департаментом СОТЭК, большая работа проведена, публичные слушания. Очень много обращений граждан, которые связаны с вопросами индивидуального жилищного строительства. То есть тоже такой хороший момент, что магаданцы строятся на этой земле, значит, говорят о том, что они планируют здесь долго жить. И очень важно то, что мы приняли изменения, которые коснутся и дальнейшего изменения облика города Магадана. В частности, это строительство во второй очереди парка «Маяк», земельные вопросы, внесены изменения в генплан и также другие общественные территории.